Всем привет! Вы на канале Home Expert. И сегодня мы проанализируем рынок роботов-мойщиков в 2024 году. Мы изучили маркетплейсы и нашли топовые модели с надежным сцеплением с поверхностью в трех ценовых категориях. Но для начала расскажем, чем же вообще отличаются мойщики друг от друга. В первую очередь формой. В нашу подборку попали как овальные, так и квадратные модели. Но форма не влияет на качество уборки, как часто любят говорить консультанты в магазинах. Еще мойщики отличаются набором функций и возможностей. Есть модели с автоматическим распылением жидкости и без него, с управлением с пульта или со смартфона. Есть роботы с разным типом двигателя. Модели с бесщеточными моторами надежнее удерживаются на поверхности и, в отличие от щеточных аналогов, расходуют меньше электроэнергии и не перегреваются во время работы. И, конечно, отличаются комплектацией, количеством мопов и крепежных дисков, наличием моющих средств и длиной страховочного троса. С основными отличиями разобрались. Переходим к подборке. И начнем мы с премиум-сегмента. Сюда вошли модели от 20 до 30 тысяч рублей. Первый на очереди – Volmer W600 Ultrabot за 29 900 рублей. Рейтинг на Яндекс.Маркет 4,7. Овальный мойщик с резервуаром для воды на 50 мл и капельной системой распыления жидкости со 100% эффективностью даже в ветреную погоду. Стоять с пульверизатором возле робота не придется. Гаджет точно рассчитывает траекторию движения и благодаря специальным датчикам не выходит за пределы рабочей зоны. Моет без разводов любые вертикальные и горизонтальные гладкие поверхности. Окна, зеркала, кафель, стеклянные столы даже в углах. Отмоет одну стандартную створку окна за 7,5 минут. Длины сетевого шнура в 5,5 метров хватит, чтобы робот дотянулся до любого уголка панорамных окон без удлинителя. Благодаря бесщеточному двигателю мощностью 80 Вт робот надежно удерживается на поверхности. При отключении электричества робот не упадет и продержится на поверхности полчаса. Если не успеете снять мойщика с окна за это время, от падения его спасет прочный страховочный трос. В комплекте большой набор расходников. 4 крепежных диска и 14 мопов из микрофибры. Можно стирать в стиральной машине. Управлять роботом можно с помощью пульта или через приложение. Второй мойщик – Hobot 388 за 22 900 рублей. Рейтинг на Яндекс.Маркете 4,6. Еще один овальный робот с бесщеточным мотором. Отмоет одну стандартную створку окна за 10 минут. Подходит для мытья гладких вертикальных и горизонтальных поверхностей, окон, зеркал, кафельной плитки с объемным рисунком и широкими швами. В комплекте две салфетки из микрофибры. Как и у предыдущей модели, есть автоматическое распыление жидкости. Фирменное чистящее средство в комплекте. Объем резервуара для воды самый скромный в подборке – 20 мл. Чтобы отмыть все окна в комнате, придется прерваться на дозаправку. Для управления есть пульт и мобильное приложение. При экстренном отключении электричества мойщик продержится на поверхности 20 минут и не упадет. Последний робот в категории премиум – Xiaomi HAT W8 за 26 000 рублей. Рейтинг на Яндекс.Маркете 4,5. Самый тяжелый мойщик в подборке. Весит почти 1,5 кг. Это квадратный робот с бесщеточным мотором, интеллектуальным планированием маршрута и лазерными датчиками, которые распознают препятствия. Подъезжая к краю поверхности, робот снижает скорость и меняет траекторию движения, чтобы не упасть. Отличительная особенность модели – голосовые уведомления на английском языке, об ошибках подключения и завершения уборки. И автораспыление жидкости из двух сопел вместо одного. На корпусе есть объемный прозрачный резервуар для воды на 80 мл. В комплекте 4 запасных сопла, 4 салфетки и кейс для хранения мойщика и расходников. Робот подходит для мытья горизонтальных и вертикальных поверхностей. Отмоет одну стандартную створку окна за 7,5 минут. Для управления мойщиком есть пульт и приложение. Подведем итог по категории премиум до 30 000 рублей. У всех моделей установлен современный бесщеточный мотор. Есть продуманная навигация. Также у всех роботов есть автоматическое распыление для влажной уборки, хорошая комплектация и удобное управление не только через пульт, но и с помощью приложения. Переходим к следующей категории и рассмотрим тройку лучших моделей от 10 до 20 тысяч рублей. Начнем с Genio Windy W250 за 16 700 рублей. Рейтинг на Яндекс.Маркете 5. Квадратный робот с бесщеточным мотором надежно удерживается на вертикальных поверхностях и не сильно нагревается, даже если моет большие панорамные окна. У этого мойщика самый большой резервуар для воды в подборке – 150 мл. Блок автораспыления жидкости расположен внизу, а не сбоку. Благодаря такому решению жидкость равномерно распределяется по поверхности и ее не сдувают потоки ветра. Мойщик четко выстраивается
выстраивает маршрут уборки, тратит меньше жидкости и времени на мытье окна. Распознает края благодаря специальным датчикам, поэтому подходит для безрамочных поверхностей. Но комплектация у модели довольно бедная. В комплекте всего две салфетки, так что вымыть больше одного окна за раз не получится. Следующий на очереди – CleanBot Ultra Spray за 16 500 рублей. Рейтинг на Яндекс.Маркете 4,7. Овальная модель. Подойдет только для мытья вертикальных поверхностей. На безрамочных зеркалах и стеклах можно включать только в режиме ручного управления. Отмоет одну стандартную створку окна за 6 минут. У робота щеточный мотор. При длительной работе будет сильно нагреваться. У модели самая богатая комплектация в подборке. Вместе с роботом вы получите 26 сменных салфеток из микрофибры. Этого хватит, чтобы вымыть все окна с двух сторон в трехкомнатной квартире. Управлять процессом мытья можно только с пульта. Приложения нет. Закрывает категорию Redmond SkyWiper RW001S за 19 600 рублей. Рейтинг на Яндекс.Маркете 4,8. Овальный робот-мойщик с современным бесщеточным двигателем. Главная особенность конструкции – выпирающая ручка на корпусе. Из-за нее робот не подойдет для мытья окон с решетками и рольставнями. Обратите на это внимание при покупке. При отключении электричества робот продержится на поверхности всего 15 минут. Это минимальное значение в подборке. В комплекте есть 14 салфеток из микрофибры. Робот подойдет как для вертикальных, так и для горизонтальных гладких поверхностей. Есть датчики, которые определяют край и препятствия. У робота нет автоматического разбрызгивания. Мопы придется смачивать вручную. На мытье одной створки окна у модели уходит 6 минут. Управлять мойщиком можно с пульта или через приложение. Подведем итог по мойщикам до 20 тысяч рублей. Не все модели в этой категории подходят для мытья вертикальных и горизонтальных поверхностей. Некоторые производители начинают экономить на моторе и ставят простой щеточный двигатель, из-за чего робот очень греется в процессе работы и его КПД снижается. Также не все модели могут похвастаться полезными фишками вроде автоматического распыления жидкости и управлением со смартфона. И завершают нашу подборку роботы-мойщики до 10 тысяч рублей. Они не выстраивают маршруты самостоятельно и движутся по заранее запрограммированной траектории. Посмотрим, на что еще способны бюджетные модели и есть ли смысл экономить на покупке гаджета. Начнем с iBoto Win 199 за 8 500 рублей. Рейтинг на Яндекс.Маркете 4,6. Простой овальный робот для мытья окон и зеркал. Не подходит для безрамочных поверхностей. При отключении электричества мойщик продержится на окне до 30 минут и не упадет. Створку окна стандартного размера отмоет за 10 минут. Автораспыления нет, поэтому придется прерывать процесс уборки, чтобы в очередной раз смочить мопы. В комплекте их 10 штук. Управлять роботом можно с пультом или со смартфона. Следующая недорогая модель – Dadget V100 за 8700 рублей. Рейтинг на Яндекс.Маркете 4,8. Еще один овальный мойщик с минимальным набором функций для гладких вертикальных и горизонтальных поверхностей. Внутри робота установлен современный бесщеточный мотор, который надежно удерживает мойщика на поверхности. Одну створку окна робот отмывает за 10 минут. Автоматического распыления у модели нет. Смачивать мопы придется вручную. В комплекте есть 10 сменных салфеток. Управлять роботом можно только с пульта. И последний мойщик на сегодня – Timberg TWR10 за 8100 рублей. Рейтинг на Яндекс.Маркете 4,8. Овальный робот с бесщеточным двигателем, который надежно удерживает гаджет и на горизонтальной, и на вертикальной поверхности. Створку окна робот отмоет за 7,5 минут. Подойдет и для безрамочных стекол, и для зеркал. Автоматического распыления воды у мойщика нет, но в комплекте есть бутылочка-распылитель, чтобы смачивать мопы перед влажной уборкой. Самих мопов в комплекте 10 штук. Управлять роботом можно только с пульта. Подведем итог по роботам до 10 тысяч рублей. Как вы видите, это максимально простые модели. Без наворотов, специальных датчиков и автоматического распыления. Так что выстраивать особые маршруты уборки и разбрызгивать воду на мопы придется вручную. Какой робот покупать, решать только вам. Но команда Home Expert всегда будет рядом и поможет определиться с выбором любой техники. Подписывайтесь на наш канал. Впереди еще много интересных подборок и обзоров. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.